Объясните, к чему задержан? Задержан по... Как объяснить? Не знаю. По подозрению, ну, в обвинении в связи с статьей 213, часть 2. Да хоть в двух словах. В двух словах? В чем? По подозрению нанесения тяжких. Дом граждан. Я так понимаю. На признание ли вы причастны вообще к происшедшему инциденту? Это интервью или что? Нет, не интервью. А что это? Это съемка в этом снимании. Отказываюсь отвечать на вопрос.